Рада приветствовать вас в проекте. Хочу к Пухову. Проект о пластической хирургии. Поэтому закономерный вопрос, с чем вы пришли? Знаете, у меня такая проблема, что, как называется, гинекомастия, правильно, да? Эта проблема преследует меня почти с самого детства. И диеты, и спорт, все, что я не пробовал, все равно это не помогало, потому что со спортом, как говорили, что это все может уйти, но, к сожалению, это становилось только больше. И вот сейчас проблема такая серьезная, потому что дискомфорт в жизни, многие вещи и мечты, которые я хочу исполнить, я не могу себе позволить из-за того, что теперь уже комплекс. Мы простым языком для зрителя, чтобы он понимал, про что речь идет, у вас грудь растет. Да, да. То есть я проходил все анализы, которые нужно было сдавать, и УЗИ. То есть проблему не нашли. Я не знаю, с чем это связано. На УЗИ что там пишут? Истинно или ложная гинекомастия? Единственное, что мне сказали, что у вас там жир. То есть ложная гинекомастия? Все. Это все, что мне сказали. А у каких вы специалистов были? У эндокринолога? Да, это был эндокринолог, который отправлял меня на УЗИ. На УЗИ? Да. После чего мне точного ответа не дали и сказали, худейте. Хорошо, чем я и занимался. То есть это были попытки диет, правильного питания, спорта. Но, к сожалению... А эндокринолог никакие таблетки не назначал? Нет, таблетки нет. Вообще цель у меня стать какой-то медийной личностью, да, но внешний вид меня не совсем удовлетворяет. То бишь это также грудь, это живот, да. Тело постоянно приходится прикрывать. Это пиджаки, это какие-то кофты, рубашки огромных размеров, да, чтобы ничего не облегало, нигде не выпирало. А подобрать одежду – это вообще проблематично. Давайте я посмотрю вас. Хорошо. Это убирать надо. Что они пишут? Только жир? Угу. Только жир? Да. Что ткань железы определяется. Вот. И что, вот это мы уберем, у вас наступит счастье? Наполовину, да. Угу. Вот такая операция благодарна. Как не скрыть, не утянуть. Одевайтесь. Нет, тут явно гинекомастия, здесь никакой худоба не поможет. Здесь только операция. Операции разные, там надо уточнить диагноз, истинная или ложная гинекомастия. Если это ложная гинекомастия, там, может быть, обойдется липосакция, небольшой коррекцией. Если это истинная, то там надо убирать ткань молочной железы, гипертрофированную ткань молочной железы. Это формирование груди у мужчин по женскому типу. Надо делать. Как-то у нас получится с проектом или нет, но вам надо стремиться к этой операции. И то у вас в жизни на самом деле, ну... Ну, такое, да. Не очень, не очень. Дискомфорт-то такое пропадает. Как вы там в бассейн, на пляж? А никуда. Никак.